Добрый вечер, уважаемая публика. Сейчас перед вами выступит сразу несколько хоров под управлением замечательной Веры Сласной, в том числе новоиспеченный лауреат недавнего международного конкурса академической музыки имени Рахманинова, старший хор, в конце концерта. А до начала, поскольку Вера человек культурный и вряд ли, так сказать, сможет надлежащим образом повысить голос, очень просим вас выключить мобильный телефон. Ладно, выключить — это означает нажать кнопочку, чтобы он не работал. И вот так вот не снимать над головой, хорошо? Потому что ведется официальная запись концерта. Все такого вот знаковые, интересные концерты всегда выкладываются сразу же на два сайта. То есть своих любимых сестер, братьев, сыновей, дочерей вы сможете увидеть в группе ВКонтакте. Может быть, не сразу, завтра, там через 2-3 дня. И еще у нас на официальном сайте школы есть слева меню. В меню есть рубрика «Видеохроника». Там все концерты тоже выкладываются. Пожалуйста, выключите телефоны, а мы сейчас начнем. Спасибо. Александра Гаврилюка. На сцене женский хор второго курса. И начнем мы наш концерт с Глории Вивальди. Я Александра Гаврилюка. Thank you.
Русская народная песня в обработке Эрика Эшенвальца «Wem kan segla förutan vind?» «Можно ли плыть без ветра?» Я надеюсь, боюсь и страдаю. Партия гитары Владимир Байков. Партия контрабаса Александр Соколов. Встречаем! Thank you.
Юрия Лукавой, автор неизвестен. Для исполнения этой пьесы приглашаются мужчины второго и третьего курса. Вторых и третьих курсов исполнит для вас летний канон. Always me.
Песни из цикла «Песни на слова» Роберта Бёрнса. Партия фортепиано Александра Гаврилюка. Oh.
мужского хорового коллектива закончена. И мы приглашаем на сцену другой хор. Мальчики, вы можете пройти по коридору. Давайте. Хор, женский хор третьего курса. Генри Пёрсел, женский дуэт, не обязательно женский. Лето Суанде, партия фортепиано Александр Гаврилюк. Ищет рождественское дерево. Сидит на рождественском дереве. Мы попробуем исполнить это без перерыва. Если мы исполним это с перерывом, вы нас поддержите, пожалуйста. Oh.
Франциско Герреро. Деревенская песня. Jesus.
На сцене хор старших курсов. Крепкие, чудные, беззаконечные. Кант неизвестного автора. Thank you.
С ошибкой. Одна на шайку. Мы обязательно научимся это говорить. Турецкая народная песня времен Первой мировой.
Чара коленичинде айналы чарши, Чара коленичинде айналы чарши, Анне бенги гием душмана карши, Ох, генчили мейва, Анне бенги гием душмана Чана кале Thank you.
rehearsal, канон, the Miller's daughter reading to the fair. Дочь Миллера видит на ярмарке. Номер 6 из Глории. Партия фортепиано Александр Дубелюк, сопрано соло Юлия Карпачева. Можно там? Пробежать.
Thank you.
что пришли. Нам это очень приятно. До новых встреч. Все свободны.